Відкрита трибуна. Який вид реклами вас дратує найбільше? То, взагалі, реклама все роздражає, коли йде хороша передача або хороший фільм. Вот, согласно закону, насколько я знаю, реклама должна идти там 12 минут час, но идет она больше. И всегда начинается на интересных моментах. Ну, то есть я не пользуюсь рекламой, ничего не покупаю, если что-то услышу по рекламе. Больше всего меня раздражает это реклама медикаментов, которая не соответствует качеству и которая не качеству, и в рекламе говорят неправду. Ну, еще, конечно, косметика. Косметика, которая, например, поставщик одной страны, а дистрибьютор почему-то у нас в Украине, Россия. Это неприятно. Мне не нравится реклама, когда это на телефонах, когда ты ищешь, хочешь позвонить, или это, какую-то либо информацию найти, и тут тебе не нужна реклама абсолютно, которая тебя не интересует. Также на всех гаджетах. Меня раздражает политическая реклама на бигбордах. И меня раздражает на бигбордах поздравления с днем рождения. Я не знаю, это, наверное, интернет-реклама сильно отвлекает. Вот эти азимутри топора, это, наверное, просто убивает. Да и больше никакой. Ну, я не знаю, на остановках, что там, листовки, все. Меня раздражает реклама, которая высвечивается в интернете. В интернете те что? Почему? Потому что очень-очень часто их крутят, перерывая при этом фильм. Больше всего меня раздражает вид рекламы в социальных сетях, в интернете, всплывающиеся окна всяких казино, лотереи, возможности выиграть. Во-первых, оно очень мешает, загораживает пользование, неудобно. Да и все мы знаем прекрасно, что это неправда. То есть часто очень всплывали эти рекламы. Ну, раздражает, честное слово. Ну и хотелось бы, чтобы такого не было. Відкрита трибуна.